Слава спекайся. Да спекайся уже. Как вы вообще его ловите-то? Жубангом. Жубанг и норка они обычно. Либо наравне, если имею в виду. А жубанг уже мне потом кинет. Я когда попрошу, дайте гимноману. Это было неразумное решение. Крикните, когда там укус. 10 секунд останется. Я подбегу к онлитайму. На Веттингеру осталось 20%. Покажите обхил.
Кастурин пахнет этот кристалл. Почему у меня АФК не убирается? В небо меня сейчас не поменяется. Нет? Пустить меня на опыты. Да нет, ты его в канаве. Залей 6 маны. Жалкие создания, умрите! Жалкие создания, умрите! Простите. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину... Кто из нас может называться чемпионом?
ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части. Покуп ДЦ спекнулся, сидеть на рейде. Он не одетый. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Справа, это кто там? Под мордой. Давление вылезет. Морда. Я пока не могу. Где красный? А, не достаю. Слишком далеко. Надо подождать. Морда. У хвоста. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Я пока не могу.
с этими нечестивыми тварями. Покажите. Можно на лоб? Что-то круто, даже никому не надо.
Ой, еще раз, кто мне там кидал обмен? Спасибо. Блин, я же еще настойку не пила. Есть у кого? Настой ледяного змея. Есть у кого бесплатно настой ледяного змея? Спасибо. А мне уже дали. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Спасибо. Войд. 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 Давайте дружно его позовем. Войд. О, блин, бой. Слава. Беги! Вы чё, трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Ты поколоться меня. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет!
теперь бессильна! Стакайте, ёбаный раскол. Спасибо. Беги, малышка, беги! Почувствуйте, как ледяная ладонь трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Жизнь там. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние! У меня субординка. Отдал. Как ты задолбал. Я ушел дальше. Я пока не могу прочитать это сигнал.
Ну, если я буду дисплеить, то лучше в хиле. Да, если с первого трая убиваем, то по времени успеваем на топливо. Не-не, если на топливо успеваем. Ну, типа, это, как их, у престов добавить. Ой, привет. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдать... Ты вами перетнул там или нет? Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Слава, не забудь только нам гимноманы на переходке. Будет так. Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, что величайший служитель света пропустил рождение его мира. Пино, не бегай. Я чё, я агрессировал, да что ли? Я не знаю. Видите? Мильки не достают. Не бегай спиной к боссу. Кодека. Грозно там.
Отдаю. Отдал. Клон готов. Диван, диван. Почему? Как не знаю, что я оставил гроссер Лауда. Да давай мне кривый там бака и кэпа, чтобы было рандаш, бля. И, Кирилл, ты вылетел? Не, не вылетел. Рейди, я на роге. Вот, сумани. Смотрите, как мир рушится вокруг. Давай я зайду. А чё, он поближе не может, что ли, вести? Он ни разу не танчил? Только вот, бля, я зайду только если ты меня будешь хорошо хилить, по-топовски. Прям как Холи Приспел. А у Козыря есть этот демон? Чё, четверых решили поменять? Что, мне портоваться там или нет, бля? Алло. У Долоран, бля. Не знаю. Чуть погоню срывал, бля. Давай мне ЕП. Ты кто? Сейчас я начислю. Кто ты? Таби. Да, ну, сейчас вот. Очень трудно было. Ну, потому что милики не доставали. Вы только и проседали. А, Таретрия, блядь, ИП просит, сука. Не начисляй. Просто бегали поближе, туда-сюда. Чтоб прохилить миликов. И, соответственно, танк и ДК тоже бегали, хилили. Потому что на нас ловушки были. Не получил еще допускания танкования, блядь. Ну, добавляй. Налепать, типа, да. Нам заходить ДК танка. Бон пишет же, блядь, ко мне. Славик. Тыкайте в портал, блядь. Владином заходите, я спрашиваю, нет? Алло. Кто нужен? Возьми Олег, да и все.
Вот слышишь, а зачем ты, Эрдру, собираешь крит? Ну, шея у тебя с критом стоит. Камень на крит в шее. Я вообще шмот не могу одеть, короче, если чё. Не могу пригласить члена другой группы. Бери Ренивала, слышишь? Так он уже на ШП, блядь. О, Грини. Давай, Слава, я последний трай, блядь, убиваем, а то я ухожу. Процентов. Чё бесприкольничаешь? Ты зачем отнял мне ЕП? Блин, так она ж в игре. Пускай заходит и дамажит. Зачем мне ее сейчас менять? Думала, она ухнет. Меня кикнули с рейда. Всем привет! Привет, Ралли. Я вернулся. Ну, я как и предрекал. Кто диспелит? Рудзус? Слышали, Дриня, а ты куда-то уходил? Да, я место уступал. Астаном определял кого-то? Да, поклонские все треугольники, рогов все ромбики, седдер. Первую, третью, пятую кружок, Белин, вторую, четвертую волну. А Поклонский готов? Я вот сейчас ушел с целка 25 ян. Цедр, ты заходишь? Да, да, сейчас я. Да, я запишу. Блин, так, это, Цедр первую волну, третью, а Белин вторую, четвертую, да? Запустила. Да, на таймер теперь не будет, сука. Ха-ха-ха. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Ну, без седера, значит. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро. Давай заходим, блядь, погрузишься там еще. Замучил и погубил. Сколько секунд? Ну, спасибо за квест на ребро взял. А вовремя. Лучше поздно, чем никогда. Блинкуйте там, это кому не сложно. Это райд на топ ЕП или нет? Да. Уже не 3 секунды. 3 минуты до 2 часов. О, спасибо Джубанга, что на шмотки не сменил. Не, мы вайпались, по-моему. Ну, а 2 часа, наверное, не прошло еще. Час 57. Ну, вот, утра считается.
Нелики, ловушка. О! Молодец. Стали звездочку, мизантроп, подымай ралли. А чё, это на полу нет, что ли? Это я виноват. Блядь, я ты встал. Пиздец. Побежали, РДД. Этот, кто тут еще? Вот, подымай его. После заражения вставай. Да, ё. Все. По вару, кулак, каску. Пистоба в лапу, РДД перебежали. Улетаем, чума. Блять. Как у меня на диск? Милики, ловушка. Джесс, поднимай лока. Кружок Хан, перебежали РД, ловушка. Хан, снимай с кружка исступление. Security. Рудеус, диспель, чуму на 3 секунды, даже если человек не выносит ее. РДД ловушка. Каску на вар дайте. Что там еще надо? Лапку, каску. Лидер, давай капну на протопала. Ловушка. РДД ловушка. Отошли в звездочку. Чума 1 секунда. Элия, чума, сам себя. Капельку на протопала еще разок. Ступление да. Снять. Филиппес гимна мы не успеть. Рейнич набрали. Надал. Молодец. Бля, и нету БРов. Ёбаный в рот. Бля, сейчас варнимся, на ГП будет всем людям, кто умирал на первой фазе. Сука. Сало диспель. Уставаем у Деус, вот эти люди. Каску дайте. Блин, дай каску по вару. Значит, трусы станет теперь в первой волне. Белин. Трусы? Сера. Да. Добили духа. Стали звездочку. Кружок Седер. Ромбик, Селфиш, Марон. И Белин, трусы. Станьте на одну линию, вы в разные стороны полетите, для чего? Кто летит в разные стороны, получает ГП. Отбежали от лужи, от центра, точнее, играйте палик. Осквернение. Кружок, трусы, через трусы играем. Зромк играем. Все, давайте рост. Становимся так же. Осквернение выносим к порталу, рейд смещается к трону на инвальках. Так. Селфиш Марон, Манди будешь метку станет. Не станет ничего пока. Так, смотрим. Первая валька. Вышли. Рейд вышел. Ну, давайте. Стань, ромб. Играем в кружок все. Ромб играем. Пусы можно не бить. Играем в меча. Тело будет осквернение. В центре никто не идет. Бля, ты ж был в кружке. Я подумал, это... Ладно. Осквернение. Кружок Седер станет. Трусы Белин. Давайте все под босса. Блин, ну вот встань. Кто неправильно лича поставил? Блять. Играйте, Валь, повезло. Успел застанить меня, спасибо. Играйте все вальки.
Осквернение 6 секунд. Перед вальками не стоять. Перед вальками не стоять. Или перед. Трусы добить. Трусы добить. Отлично. Там все живы. Торжила молодец. ГП получишь, если не вайпимся здесь. Блин, канулся в осквернение. Пиздец. Ай, бля. Плевайте катки, ханты. Один стан есть только. Вышли с осквернением. Кружок играем. Все в кружок. Селфи, ромб, встань. Блять, а ванишь? Я прожал. Ну. Пиздец, конечно. Вы разрели. Рога нормального не служу, а вы просто потоптались в ней. Даже не знаю, кому ГП накидывать. Ладно. Вот у вас есть аддон на ваниш? Посмотрите, я прожал. Там как бы ничем ваниш не работает. Олег, там этот зарали, короче, это мое ГП, это мой косяк, короче. Так, ну давай. А чем косяк был? У меня стойка, короче, блядь, забагалась, понял? У меня отображала сверху, но она, типа, мне прилетала много, я агро не набиралась. Я увидел по омене, потом сменил стойку. Все, мне нужно идти, я не могу больше сидеть. Магазин опасный человек. Нет, я так выезжаю, нужно сходить, если свой магазин купить. Завтра в Брест. Поздно вы ни с чему. Олег, накинь ЕП, пожалуйста. А, ДЦ. Ты поздно здесь пылил. Не, не подлечу. Где-то на середине стрэша. Паша, резни меня. Ебать, что вы за люди такие? Рейд 19.00 собирался, вы, блядь, уходите в 21.30. Вы охуели, что ли? Не... Пишите, Варенька, что он не зайдет, что ли? Васаба зовите. Если есть место, давайте пати. Я пойду. Давайте и Козырю еще. Он предупреждал, что он на 2 часа заходит? Я не помню такого. Ну сейчас 21.30, а все что-то уходят. Мне кажется, он из ЗГП. Ну давай еще накинем его этих. Он вообще не будет заходить. Теперь надо демона искать. Кстати, а что видишь? Сейчас, слышишь? Олег. А? Как я неправильно поставил лича? Ну, надо было его в центр поставить, а ты где-то с краю стоял. Так. Ретрик и демо. А Оптимус в рейде, нет? Может, ретри ретриком? Или я не знаю, там, когда вешать. Все равно не попаду, давайте мне пати. Я эту неделю вообще занята. Ну, что, возьмешь, нет? О, Рестам? Не-не, ретриком. Ред... Как раз это. А ты мне Олег снял ВП, что ли? Ничего не отнимал.
Давайте тогда, не хотите престу давать пати, давайте паладину. Заходи на паладина. Уже пошла. И смотри, и Лока в рейде нет, а все в шкаф ставит. Лететь, да? Кто еще? Ну да, на личе уже. Все на личе. Не надо, я добрал. Сейчас с волчата зайдет демон какой-то. Может, лучше возьми с гильдии кого-то, я могу демоном зайти, если есть бладыка. Ну, а бладыка, бладыка где взять? Рулю меч на хила. Писать? Ну, пиши. Васап будет сегодня, нет? У вас обычно по пятницам не бывает. Сейчас Лок еще улетит, блядь, на варке. Да как в норму, да, ходили, когда Лок улетел? Он везде улетал. У нас и в Гере улетал. Ретрит и ЕП получала на приста и шмот ролила на приста. Ну, сейчас пойдет ретриком, паролит на ретрик, повешает КДС просто. Получит свои 500 ЕП на него. Так а ты зачем отнял ей 2000? Да накинули на шаборот. А мне не написано, что накинули. И накинулась. Я бы еще бонни тайм отнял, но ты с ним не накинула. Потому что я отнял эту задачу, поэтому ее не видно в списке. Знали. Так как было 7 КЕП, так и осталось. КВП. Ну да, столько и было. Ауру на армур ставить или на что? Или можно... Ауру на армур ставить? Нет. Пал ауру на деф. Бели на ауру сосредоточие. Ты ставь ауру на фрост резист. Фрост зайн аут. Либо кто-нибудь даст. Кружок станет Белин. Бафа чё? Что бафал этот седер? Кресты пришли. Значит, первая волна станов и третья волна Белин, вторая, четвертая Эретрия. Чё я баф не поставлю? По Локу баф дайте, приста баф и все вроде интеллект.
чек. Вторая, четвертая. А что, какую метку станет? Жжок. Филипец, ты тут? Ты подтвердил готовность и написал, я бил. Да. ВРК я уже перекинул. Убил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Родеус, ты запомнил? Ты даже если человек набегает с чумой и не успевает, ты все равно его диспелишь. Чтобы он не умирал, мы не тратили БР на него. Как это было с Only Time. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел. Давайте собрались. Если убьем сейчас босса, будет доп ДП. БДК ловушка, РДД в звездочку. Чума, одна секунда. Баш чума. Диспелы. Лок, звездочку встань. Кружок выступления, хант. РДД ловушка перебежали. Пытаемся выносить чуму. Ралли чума. Диспель. Ловушка, смотрим. Мелики ловушка, внимательно. Мелики ловушка. Дали звездочку. Ловушка, одна секунда. Милики, опять ловушка, внимательно. РДД, двигаемся, будем выносить чуму сейчас. Одна секунда, чума. Элия, чума. Мизантроп, поднимай Рамзеса. РДД, ловушка. Выйди с ловушки, Рамзес. После ловушки все идем на край, 1%. Давайте, в звездочку встали. Все на край. Давай, пою гимн отхил. Дайте бафы Павару. Гимн отхил зарешал. Теперь бафы Павару, пою гимн на ману. Пристабав лапу, каску Павару. Кант иступления снимай. Отлично. Что не читать? Ну, спой. Напоминаю, кружок, Белин, ромб, селфиш, марон, трус и поклон. Сова и Макс, вы сидите в резон? Нет. Иннеры Элии залили. С, дух в конце рейда. Ваня Коноп, смотри по ситуации Тавлича так, чтобы звездочка смотрела в спину Личу, желательно. Сверху добить. Духа добить. Али в звездочку все. Так, играем вальки все. Ромбик не застанет. Вижу. Все играем через ромбик. Присты, пытку в ромбик. Осквернение, одна секунда, выйти с центра, мизантроп. Тру
Хорусы играем. Давайте рост. Становимся как на первых варках мы стояли. Осквернение к порталу. Рейд смещается к трону. Ретри, кружок, селфи, шром, трусы, поклонский. Сакру дашь на осквернение. Смотрим, первая валька пошла. Так, вышли с рейда, вышли. Все, играем валик, все нормально. Все три вальки в одной кучке. Веди лича к валькам. Давайте все вальки быстрее. Пристри пытку. Так, кружок добить. Лич. Трусы еще добить. Стоим на рейнже, в центре никто не идет, будет осквернение. Станем как на первых вальках, сейчас лужа должна пропасть. По идее. А нет. Давайте вот так звездочку становимся. Кружок, Белин. Все остальные знают. Не, не так, смотрю. Я в ром... Играйте все вальки, ромбик, трусы. Через кружок играем, я в ромбике, кажется, или трусы. Кружок играйте, замелите кружок, стана не было. Сквернение 3 секунды. 2 секунды, ромбик, играем больше. Трусы теперь. Трусы, все в трусы. Отлично. Все живы. Все здоровы, молодцы. Так, опять вальки. Будут 44%. Станы валькам и переход. Идем, иди, веди за звездой лича. Сейчас переходка будет. Оскорение 1 секунда. Станы валькам и на край. Звезде все идем. Все, давайте все на край. Сейчас должны валик отпустить. Отлично, все на край. Джубанга, Руд, Деус, Гимнаману. Так, метку на духа играем. Тема шамана, если есть. Так, играем во второго духа теперь. Поклонский, не забирай, ты мешаешь. Ну, следующий дух идет. Квадратик играем. Это предпоследний дух. Давайте все в него. Так, дота типа. Все в кружок играем. Сверка. Помогите сферу убить. Так, дотаем меча и добиваем кружок. Сова, звездопады. Присты иссушения разума. Я первая чешку. Воины, сокрушительный бросок. Когда? АДК, лик смерти, ледяное прикосновение. Паладины, экзорцизм, таунт. Будете навек порабощены этим проклятым клинком. Так, идем. Так, мы сейчас выйдем с комнаты. Добьем духа. Потом будем меча бить. Давайте, вышли с комнаты, осквернение, джубанга, осквернение, кружок в рейде, отошли из-под духа. Все, давайте короля лича бьем, иди за звездочкой. Быстрее уводи, а то они не успеют отойти от духов. Все отходим к звезде. Ну, спой после осквернения с духами. Лок, уйди из-под духов. Мелизона осквернения. Жалит, не выпрыгивать. Давай Сакру.
Господи, боже мой. Ладно, сойдет. Поедем. Давайте еще две комнаты. Пиздопады там. То, что я говорил. Пошли. Звездочки. Сейчас хлопнет бомба, мы получим урон. Давайте, побежали. Поклонский, ты сакру давал, верно? Нашли звезду, все к ней отходим, духи спускаются в рейд. Все к трону идем. Осквернение, 3 секунды, все к порталу отходим. Ну, уведи лича. Ну, сейчас духи спустятся, веди быстрей. Ну, молодец. Войд, подымай селфи Шмарона. Так, есть пара секунд. А, ну уже нет. Последняя комната. Могу надо нести дальше дух, ой, этого лича, чтобы ты эти не умирали. Да, мне позвонил телефон и отвлекся немного. Пошли дальше. Мне за это примерно раза три позвонили. Никогда не соображаешь, что надо отбежать от духов. Бьют дальше лича. Могу ауру сменить, дать мастера. Да, юзай. А то льда зачем стоит? Ну, надо было на переходках. Все, выход. Отходим от духов. Добиваем. Ну, к трону идем. Можешь сакру прожать. Не поднимать уже, наверное, да? Поднимай, он там надамажит. Сэкономит нам 2 секунды. Так, не задроп, поднимай воина. Друг всех сейчас сканет, останется воин и добьет лича, такое тоже может быть. Я отойду. Так, кто был на личе только? Я. Ну давайте, косарь. Я охуюсь, пофиг на лед, пофиг на лед. Начистите его. Я по топору паролю. На успех. Что движет вами? Праведность? Не знаю. РС сегодня, наверное, не будет, да? Ты отлично их обучил. Это не будет, только 9 часов. Вот да уже, блядь, там 3 часа ночи, не? Вот сколько у тебя времени? Так, ну смотри, там я этих людей в 6-й пати потом кикнешь, накинешь доп ЕП всем. Смотри, как я буду воскрешать их. Не, я не возьму сейчас. Человек собирает. Я думаю, вы будете страдать, либо... Ну, не видно нормальных людей, чтобы там хилы там кидали. Субботу убьем. И ты станешь первой жертвой.
Можно еще одну целка собрать. Да, можно я свожу целка, Олег. Ты говоришь? Рейск лучше, ну, соберем его. Еще одну целка можно собрать. Долго. Так, давай я соберу, мы фастом ворвемся. Ну так, пошли, я соберу, поможешь. РС мне. Нету людей, которые бы могли потащить этот рейд. Хотя бы человек 10. Так что, не варик. Завтра уже будет по ситуации. Кстати, завтра в 17:00 примерно приходите и ВК-25 будем дань бессмертию делать. Вот, решил дань бессмертия? Mm-hmm. Неплохо. А вы вообще хоть кто-нибудь сделали его? Да. Раза 4 сделали. У меня на всех перцах оно уже есть, кажется. 6 было. А у меня только на фонте. Тут Локу, наверное, кель нужен. Дашь ему, если сролит. А Азов нужен кому-нибудь? Вряд ли. Аркус Рольч. Здорово всем. Будет там рейс или как-нибудь? Заходим в ТВРК еще. Заходите на второй ЦЛК. Дмитрий, свой. Да. Так, ну я что, на мага тогда зайду? Танк ухож. Слышишь, Олег, я пойду, короче, этим танком, короче. Блад ДК, наверное. Я жива. Аркус, надо кому-то новых? Блин, я ж хотел в обычку с теми чуваками дойти. Я на корабле их кинул, сказал, что пойду это, посуду мыть, мама заставила. Да, судя по тому, как они ее проносят, может, мы успеем донести второй рейд и я зайду к ней. Так, можно считать, да? Ну, если ты кикнул тех ребят в шестой пати туда. Ну, надурили. На 500 ЕП надурили.